День добрый, сегодня мы будем менять экран вместе со стеклом. Вот так он выглядит. На Lumia 800. Достаем слот сим-карты. Крышка, которая закрывает гнездо зарядки. Вкручиваем два болтика. Снимаем экран. Нужно поддеть чем-нибудь, можно таким образом снять, чем-нибудь острым. Либо вот таким образом. Экран можно выключить. Таким образом. Далее другой конец. Он на трех выемках. Снимаем экран. Шлейф экрана отстегиваем. Шлейф стекла, точнее шлейф датчика приближения. Пробуем новый экран. Вроде все работает. Включаем. Снимаем шлейф датчика света, датчика приближения. Он у нас на двустороннем скотче. Ставим на новое стекло, на новый экран. Таким несложным образом. Застегиваем экран на свое место, шлейф датчика. Не хочет застегиваться. Далее вставляем нижние пазы. Вот они, видите. И аккуратно боковые. Все, экран стоит на своем месте. Ставим назад два болтика, которые мы сняли. Все, Nokia готова за 4 минуты. Спасибо большое, удачного дня. Подписывайтесь на мой канал.